Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker. Сегодня я хочу поблагодарить вас за 1000 подписчиков на канале. Мы преодолели этот непреодолимый барьер. Теперь стремимся вперед к 10 тысячам с ускоренной, так сказать, скоростью. Огромное вам спасибо за то, что подписываетесь, за то, что комментируете и смотрите ролики. Также многие из вас интересуются, как можно помочь каналу за такие отличные мануалы по боту BitsGap. И у меня для вас сегодня появилось новое предложение и одновременно новый способ, как попасть в VIP-чат. То есть, если раньше у нас в VIP-чат можно было попасть только двумя способами, это либо зарегистрироваться по ссылочке в BitsGap, либо зарегистрироваться по ссылочке биржи OKEX. Теперь у нас появилась новая возможность, как попасть в VIP-чат. Также бесплатно и навсегда. Плюс вы очень сильно поможете развитию канала, при этом вам не нужно будет платить за это ни копейки. А для меня это будет огромнейшая ваша помощь в развитии канала. Сегодня я хочу порекомендовать вам биржу Bybit. Это отличная биржа, которая себя очень хорошо зарекомендовала. И биржа действительно чем очень хороша, это то, что когда происходят огромные просадки и тот же самый Binance просто отключается с невозможностью работать, выставлять ордера или закрывать свои сделки, у Bybit такой проблемы нет. То есть фьючерсы Bybit работают безотказно. Ну, правда, на данный момент фьючерсов не так много, но они постоянно и активно добавляются. Но самые главные пары в виде Bitcoin, Ethereum, XRP, DOT уже имеются. И, собственно, ждем новых. Также у биржи Bybit появился собственный нативный токен BIT, который очень активно растет. Токен BIT доходил уже почти до $3. Покупал я его по $1.45, потом продал по 2.2. Плюс мне дали еще дополнительно битов на лаунчпаде. Как видите, больше 20 токенов мне просто дали на лаунчпаде. Я покупал на $1000. Естественно, благодаря тому, что у биржи появился собственный токен бит. Серьезно, вы смотрите, как он растет. Токен растет очень круто. Поэтому не упустите возможность купить его к себе в копилочку, так сказать. У биржи также появились, благодаря тому, что появился токен, появился собственный лаунчпад. Это уже третий проект на лаунчпаде. Первый был, естественно, бит, если я не ошибаюсь. Появился новый лаунчпад. Здесь вы можете почитать, как участвовать. То есть нам нужно пройти KYC, верификацию первый уровень. Это просто, если я не ошибаюсь, скан своего паспорта. И вам нужно держать не менее 50 бит на своем счету. Собственно, лаунчпад работает так же, как и на Binance. Если вы знаете, как работает лаунчпад на Binance, вы знаете, как он работает и здесь. То есть вы там также храните BNB определенный период времени, и исходя из этого периода времени, вам начисляются возможность, сколько вы можете купить, собственно, токенов, да, то есть по самой низкой цене. Лаунчпады здесь происходят буквально нон-стоп, поэтому это еще одна причина, почему стоит зарегистрироваться на этой бирже. Потому что просто храня токены BIT, которые сейчас очень активно растут в цене, вы также еще сможете покупать и другие токены по супер низкому прайсу и тут же буквально их продавать. На спотовый рынок здесь добавляется огромное количество новых пар, листинги происходят довольно-таки активно. И, естественно, у нас имеется бонусный центр с различными призами, скидками на комиссии и так далее и тому подобное. Причем имеются очень крутые акции, награды за реферал. Вы и ваш друг получите бонус по $40 в USDT за 3 одобренных рефералов. И вы получите дополнительный бонус $30 USDT, а за 10 $100. То есть вы можете также добавлять своих друзей по своей реферальной ссылке, и вы будете получать дополнительные бонусы. Очень крутая штука. Вот поэтому я и говорю, что вы можете помочь моему каналу развиваться, просто зарегистрировавшись по ссылке в описании на бирже Bybit. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень поможет. Как я вам уже говорил, на моем канале появился курс обучения для новичков. И просто на эти деньги, которые я могу заработать на Bybit, я покупаю слайды для этих уроков, оформление, где-то небольшую помощь копирайтеров и так далее. То есть я делаю для вас контент за эту, так сказать, помощь, за что вам огромная благодарность. Ну, такой вот кратенький обзор Bybit, ребят. Ну и не забывайте, что зарегистрировавшись, вы также попадете в мой VIP-чат, в который платно попасть за деньги невозможно. Возможно попасть, только став моим партнером, моим рефералом на бирже OKEX, в боте BitsGap и теперь вот на бирже Bybit. Предложение данное не ограничено. Новые какие-то возможности появляются, ну, довольно редко. Ну и вас ждет скоро курс обучения. Вот я сделал
небольшой такой анонс. Это первые два раздела, которые появятся. По фундаменталу монет будет рассказано, что это за монеты, когда они появились, как они появились, про компанию этих монет, как они развиваются и так далее. Вы, допустим, придя новичком совершенно на мой канал и посмотря эти ролики, для себя можете понять, стоит ли вам инвестировать, ну, в долгосрочной перспективе те или иные проекты. Потому что вы будете уже знать, как развивается проект, какие технологии у него, уникальны эти технологии или нет, и так далее, и тому подобное. И таких разделов будет больше 20 штук. Сейчас подготавливаются слайды для роликов, которые я, собственно, и буду скоро записывать. Но первые ролики будут с самого начала, для самых-самых новичков, вплоть до того, что такое блокчейн и с чем его едят, и так далее, и тому подобное. Вот такой вот ролик, друзья, получился. Всем спасибо. Еще раз спасибо за поддержку. Всем счастливо. Всем пока.